Путин терпит неудачу в Украине и становится мировым изгоем, заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман. По ее словам, российский президент переживает стратегический провал в результате вторжения в соседнюю страну. Неудачи главы Кремля способствуют в том числе экономические санкции и экспортный контроль, которые вели Соединенные Штаты, Евросоюз, Великобритания, Канада, Япония и другие страны, отметила Шерман. Мы хотим быть уверенными, что то, что мы делаем, наносит удар по Путину. Наша цель – стратегический провал Владимира Путина и Кремля. И я считаю, что это уже происходит. Украина выживет, а Путину грозит стратегический провал из-за введенных санкций, из-за их долгосрочных последствий. У нас есть сотни американских компаний, которые ушли из России, и они не возвращаются. Так что хвост здесь очень длинный. Будет провал – Путин стал изгоем в мире.